Мадам, на утреннюю церемонию одевания могут войти представители высшей аристократии. Главные привилегии имеют принцессы крови и их фрейлины. Второстепенные права даны камердинерам и прислуге. Мадам. Любой обладатель прав и привилегий может войти в любое время, поэтому вы должны уделить внимание каждому входящему и должным образом приветствовать его. Вы не должны ничего брать самостоятельно, ибо передача предметов дофине – тщательно оберегаемая привилегия. Ее получает та, которая обладает наивысшим титулом в этой комнате. Например, принцесса де Ламбаль, принцесса крови по браку, мадам. Холодно. Да. Good morning. Доброе утро. Теперь право переходит к герцогине Шардской, так как она тоже является принцессой крови. Hello. Здравствуйте. Ваша невестка, графиня де Прованс, принадлежит королевской семье, поэтому это почетное право теперь переходит к ней. Это так смешно? Мадам, это Версаль? Премьер сервис пор монсеньор ле дофин. À boire pour Madame la Dauphine. Я слышала, ваше хобби – ключи? Да. И вам нравится изготовлять ключи? Как легко заметить.